хотелось бы поговорить по поводу бороды. Нужна ли она вообще? Согревает ли она в холода? Результат работы выходных зимних такие. Каникулы 10-дневные. Оставлять, не оставлять, весь в раздумьях. Может быть, что-то вы посоветуете. И тяжело ли ухаживать за бородой? Тяжело ли стричь, брить? Вот все ваши комментарии к видео. Актуальными. В этом году будет новое видео по поводу обеденного перерыва. Еще немного по поделкам, которые смогу сделать в этом году. И много интересного. Подарки из Китая, распаковки. Потом будет еще видео по эксплуатации рюкзака Xiaomi где-то через месяц-полтора. В общем, очень много интересного. Сейчас мы будем крепить вот такую штучку. Да? Да? Вот такую. Ну и, соответственно, Киры будет тоже больше в кадре. В этом году, да? Да. Значит, для того, чтобы нам прикрепить вот эту штучку, что нам надо? Надо до винтики. Нет, сначала надо сделать разметку. Разметку. Делаем разметку. Да? Да. А потом будем крепить. Да. Это пока сюда поставим. Да, помощница? Да. Так. Размечать будем вот здесь. Приблизительно мы уже знаем, где будем крепить, да? Да. Поэтому размечать нам будет намного проще. Так. Подайте агрегатик. Агрегатик? Да. Помощница, вот это вот подавай. Сверлить будем вот таким вот сверлышком, да? Мы его... Тяжело. Тяжело. Мы его открываем. Тяжело у тебя пистолет. На, подавай мне сверлышко. Давай, помощница. Сейчас все сделаем отлично, да? Готово? Да. Готово? Так. Отлично, уже почти готово. Мне нужна твоя книжка. Да. Давайте. Только не пролили ее. Хорошо. Ну как, ты рада? Да. Довольна? Пока книжечку положим сюда с мусором. И увидим, что у нас получилось. Замечательно. И особо не намусорили. Да? Да. Все, теперь ставим что? Вот это. Нет, сначала ставим дюпели, а потом закручиваем насадку, а потом вставляем насадку. Как запомнила? Ну, душ. Душ будем крепить. Все, погнали? Да. Так, мой помощник, говори,
Поворачивайся. Чтобы поставить дюпели, нам нужен молоток, чтобы не разбить кафель. Да. Вот такого плана. И отвертка. Да, тоже такая. Отвертку ты держишь пока? Да. Держи, помощник. Да. Показываю. Да. Как крутить, ты знаешь, да? Да. Вот, вот так. Молодец, умница. Папина помощница. Ну что, приступаем? Да. Приступаем. Берем дюпель. Дюпель? Вот такой. И аккуратненько его заколачиваем, правильно? Есть. Берем второй. И тоже аккуратненько его заколачиваем. Есть. Молоточек нам пока не нужен. Берем нашу подставочку. Продеваем в нее саморезик. И закручиваем. Да? Да. Одну закручиваем и вторую. И вторую. Ты мне помогать будешь? Да. Да? А что там помогать нам надо? Закручивать. Закручивать? Да. Мы уже закончили почти. Почти закончили, осталось только закрутить. Давай, иди сюда. Держи отвертку. Опа! Ну давай, закручивай. Вот, крути. В другую сторону, вот так. Ой, молодец. Можно дальше я сам? Да. Ну хорошо. И хоп. Хоп. Так. Тихо, тихо. Прикрутили надежно. Да? Кирусик. Да, надежно. Вставляем нашу насадочку. Все. Все, закончили. Да. Теперь осталось поставить наш душик. Душик. Да. Все работает великолепно. Все работает великолепно. Да. Ну как, все. Ну хорошо. Что еще нам осталось? Все, пока на сегодня. Все остальное в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.